Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте оставьте машину и можете пойти справить нужду. Ну, вы можете сходить вот здесь, дойти метр. А потом что сделать? Потом сядете с машины, зайдите назад. Я тебя по-человечески прошу. Мужчины, вы бы уже давно встали бы, если бы вы очень хотели бы. Я и уже очень прошли хочу, бы. Очень. Ну, я тогда... хочу оставить здесь машину. Не, ну будут у тебя такие ситуации, что ты... Блядь... У меня не такие ситуации были, поверьте. Что ты, блядь, снимаешь, дебил? Давайте. Если вам нравятся наши выпуски, ставьте лайк. А если не нравится, тоже ставьте лайк. Стойте, 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 не давите людей, пожалуйста. Ну что, дебилы? Здравствуйте. У меня бензин сейчас кончится. Движение стоп-хам. Я знаю. Вы двигаетесь по тротуару. Все приятно. Нам тоже, сдайте назад, пожалуйста. Вы дебилы, что назад, сдайте. Я говорю вам, у меня бензин заканчивается. Мы вам говорим сам тоже, сдайте назад, зачем вы людей давите? Вы что, больные, что ли? Мужчины, давите людей! Стойте! Ты старше. Где старше? Иди сюда. Пойдем, кто приварил. Никуда не пойдем. Не трогайте. Пообщаюсь, стоите. Я здесь общаюсь. Ну давай пообщаюсь, даем сторонку. Зачем мне походить сторонку с вами? А кто-то хочет? Вы адекватный человек, скажите? Конечно. Вы едете по тротуару. Ты понимаешь, мне бензин заканчивается. А что делать-то, блядь? Что делать? По дороге есть все люди. Ну как я здесь заправлюсь? Как? Ну, думаю, что вы так уже знаете. Ну и это тротуар. Подписчикам проехать нельзя. Не, ну если бы так было можно, то подписчиков там сами знаете сколько. В таком случае вы все бы тут есть. Извините. Мы вас прощаем, удачи вам. Господа, вы не будете столь любезны разрешить мне проехать? А почему? Сдать назад! Общественное движение стоп-хам. Не надо вот этим заниматься, ерундой. Ну почему мы ерундой занимаемся сразу? Вот потому что... Только что проехал человек 50, показали нам большой палец. Сказали, что мы правильным делом занимаемся. Ну вы очень правильно делаете, я просто действительно очень тороплюсь. Если бы мне разрешили проехать... А посмотрите, сколько там людей. Вот все они просили. Мы не будем спрашивать. Вы можете пойти навстречу? Я с вами разговариваю по-хорошему. Все доброго, мужчина. Что еще раз? Я говорю, получить-то не боишься в обраточку? Нет. Чего ты снимаешь-то, чмо? Пошел ты в жопу, урод! Стойте, стойте, стойте! Мужчина. По тротуару? Вы под машину прыгнули. Здорово, правда? Покажи тротуар. Вон тротуар. Покажите их по тротуару. Вам покажи темную рынок. Вам покажи. Вам сотрудник. Нет, сейчас покажи. Вам сотрудник ГИБДД вызвать? Я не хочу вызвать с вами говорить. Ну замечательно. Ты покажи, где я ехал. Покажи, что я ехал. Давайте вызовем сотрудника. Нет, ты покажи здесь. Я вам ничего не должен показывать. А что ты здесь показываешь? Я вам ничего не показываю. Покажи, я сказал. Давайте, мужчина. Здравствуйте, мужчина. Мужчина, назад. Мужчина, здравствуйте. Движение стоп-хам. Это не велосипедная дорожка, это тротуар. Сдайте, пожалуйста, назад. Мы сейчас наклеим вам две наклейки. Фу, вы что, дурачки, что ли? Я не понял, да заняться нет. Нечем. Есть чем заняться, а вам? Сейчас я кому-то буду ерунду. Ты что делаешь? Ты зачем это сделал?
Ну ты зачем это делаешь? Иди, 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 иди. Ты не мужик, что ли? Была бы у тебя машина, ты бы не ездил. Я не А вы считаете, вы правы? Конечно, правы. А вы считаете, вы правы. На себя полейте.